Я понимаю, что вы привыкли, то что на большинстве каналов есть типа мобильная, там вот эта херня в 144p и так далее. Вы всю жизнь со своим интернетом залупинским смотрите в нем и не знаете бед. Но, к сожалению, на некоторых каналах невозможно выбирать качество, в том числе и на этом, поэтому мы, ну, так получается, вещаем. Потом посмотрите в записи. Либо ищите нормальный интернет, понимаю, что это не везде. Это не к нам вопрос, на самом деле, это опять же вопрос к твичам, просто у них Нет, недавно та же неправильно, фак. политика.